Здесь как-то жутковато. Такер, ты видал что-нибудь подобное? Обычные городские девчонки. Иди поговори с ней. Поговори с ней? Главное, улыбайся побольше. Вы что, решили развлечься? Мы же теперь в Быдлостане, пацаны! Офигеть! Даже не верится, у нас теперь есть своя собственная дача. Кто хочет купаться голышом? Я. Замри. Такер! Дейл, когда перед тобой скачет полуголая студентка, не надо выкрикивать мое имя. Нет. Ваша подруга у нас! Они схватили Эллисон! Быстрее, быстрее! Эй! Они захватили Эллисон! Элли! Смотри, что я нашел. Это просто дом. Это не значит, что там маньяки-психопаты. Что я здесь делаю? Ага, Такер, я спасли тебя. У парня, похоже, аллергия на пчел. Он бежал, как ненормально. Погоди, поможет! Дело оставили, чтобы запугать. Это работа не для такой девушки, как ты. Я выросла на ферме. Кто не работает, тот не ест. Этот псих заставил ее копать себе могилу. Никто нам не поможет. Теперь мы против них. Студентики! 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 Они хотят ее убить. У нас мало времени. Вперед! Как ты там? Убойные каникулы. Это групповое самоубийство. Ребятишки приехали и самоубиваются на свежем воздухе. О боже, это все объясняет. Кино с 9 декабря в правильном переводе Гоблина.